На заседании Совета органов местного самоуправления и областных депутатов обсудили бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. С 11 по 13 сентября по проекту закона о областном бюджете провели общественные слушания. Запланированные доходы составят почти 42 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – более 30 миллиардов. Дефицит бюджета составит 7% от утвержденного бюджета. Расходы областного бюджета запланированы в настоящий момент в объеме 44 миллиарда рублей, в плановом периоде 45,3 миллиарда рублей и 45 миллиардов рублей. Бюджет областной будет реализовываться, как и во все предыдущие годы, посредством государственных программ. В течение этого года с главными распорядителями бюджетных средств была проведена работа по оптимизации количества госпрограмм, по объединению государственных программ. То есть на федеральном уровне сейчас в этом году были изменены структуры госпрограмм, но мы пошли поэтапно. То есть в 2021 году мы, как говорится, свернули количество госпрограмм, а они никуда не исчезли, они просто влились в виде подпрограмм в уже существующие программы. В результате проведенной работы количество государственных программ Магаданской области по отношению к первому чтению сократилось на 7 госпрограмм и составило 27 государственных программ. Бюджет на трехлетний цикл носит социально направленный характер. Например, образование, на которое направят почти 10 миллиардов рублей, на здравоохранение около 6 миллиардов, на социальную политику почти 7 миллиардов.